Здравствуйте, меня зовут Ирина Лямшина, и сегодня в своем видео я расскажу о том, как я расписывала сундучок городецкой росписью. Расписывала я акриловыми красками и синтетическими кистями. Круглые синтетические кисточки отличаются тем, что у них волос разной длины, поэтому получаются такие отрывистые линии, обрывается мазок, поэтому приходится корректировать, например, перья птицы, приходится корректировать. Обычно городецкую роспись делают темперными красками, но я решила сделать акриловыми. Я использовала яркие сочные цвета, такие как оранжевый, киноварь. Сундучок был очень большой, поэтому под малевок мне пришлось крутить кисточкой не за раз, а подрисовывать. Не было такой большой кисточки, чтобы одним движением создать под малевок. Вообще городец считается одной из простых росписей. Если вы начинаете расписывать, то, конечно, лучше начать с городца. Роспись это очень графичная, красивая, яркая, позволяет с помощью несложных приемов создать очень красивое изображение. Я очень прониклась городцом. В этом видео я расписываю только одну сторону шкатулки. Я планирую сделать еще одно видео, в котором будет показано, как я расписываю крышку, и будет показан результат. Вся шкатулка целиком, со всех сторон.